получил на пятерочке это самое письмишко. Я уже неоднократно заказываю на Али с доставкой в пятерочку. Вот сейчас датчик приехал мне. Заказал я его, наверное, неделю назад. То есть быстро очень приехал. Прям удивительно. Сейчас буду ставить прям сразу тут же. Такой комплект приехал. Вот оригинал мицубишевский. А это не оригинал, китайский. Немножко литье, конечно, хероватое, но в целом, я думаю, на ход поршней никак не повлияет. И термопаста в комплекте. Вот они такие вот по виду, как бы контакт один и тот же, все. Ну такой, конечно, все кривехонькое походу. Главное, чтоб работал. Ну вот примерно так все выглядит. Термопаста там вылезла. Так, ставим защелку. И сейчас будет у нас первый пробный запуск с автофокусом. Что-то какая-то задница у меня тут. Так, вот все, что осталось. Термопаста еще есть. Так, давай пробный запуск. Как он себе поведет? Тахометр заработал сразу же. По-моему, все хорошо. Все хорошо. Надо теперь прокатиться попробовать. Если честно, не знаю, нахрена нужна термопаста. По идее, она же обеспечивает лучшую передачу тепла. И зачем это надо, неизвестно. Ну, в общем, все канает. Сегодня, наверное, поеду удалять катализаторы еще. Да? Там легко развалить. Зато когда нормальный, у него даже монтажка с трудом заходит с удара. Не, конечно, понимаешь, что это все, блин, только душит мотор, но хрен знает. Просто интересно, насколько он износился. Он вот просто в руке вот крошит. То есть это, ну, перекаленный прям. То есть нормальный катализатор кусочек взять в руку. Ну я знаю, он такой, такой, он эластичный типа, да, такой. Как... Ну, вопрос крупности уже, да, ну. Но на просвет он прям прозрачный. То есть он не засранный, ну, ничего. Но она все равно, ну, дышать получше должна. Это вот что, он такой маленький, что ли, или он двойной? Или он, ну, лопнул так? Ну, бывает, по два элемента идет.
Один катализатор, да? Так прилично, да? Вот не видно так особо-то, что он прям посыпанный-то был, да? Вот он на входе оплавленный. Ага, ну-ка. А, ну тут да. Как бы его нормальное состояние, жопка. Он уже пошел, да? Здесь он оплавленный, да. Ну, так. Но как, еще живой. Так как их хорошо когда сделали. Еще живой, да? Да. Обманки. Все, катализаторы выбили, надо завести, продуть. Ну что, продуваем? Да. Ну так, дать просраться пару раз, да? Да. Там еще зацепился, да? Впечатление после удаления катализаторов непонятное. Вроде бы машинка все равно продолжает подергиваться. Вроде бы, но я пока не понял, что-то непонятное пока, может еще не просралось, как говорится. Но поехала тачка лучше, прям реально лучше. Звук, ну, практически не поменялся, чуть-чуть, может быть, стал погромче, прям вот самую малость. Но чуть-чуть увеличилась громкость, да. В остальном пока не знаю, блин. Вот первые там 500 метров проехал. Сейчас вот прокачусь по городу. Может, еще дополню отзыв. Ну, пока вроде нормально. Ошибка не вылезла никакая, ничего.